Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в этом году межбюджетных трансфертов в рамках госпрограммы. Развитие транспортной системы. Как указано в документе, общий объем финансирования в 2018 году по этой программе составляет свыше 17 миллиардов рублей. Распределены они будут между 30 регионами России, которые смогут потратить эти деньги на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Больше всего средств из федеральной казны получит Хабаровский край. Из регионов Сибири в этом году деньги от государства на строительство и ремонт дорог получат только Республика Тыва и Томская область. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 77 копеек. Евро – 71 рубль 17 копеек.